ним подходят подкрепления. Рядом с Геником! Граната! На подходе грузовики с пехотой! Будет черт, побери, к ним идут подкрепления. Они подтягивают танки! Миллер, разберись с разбойной зениткой! Они направляются сюда! Рядом с теми контейнерами! Перезарядка! Так точно! Идут прямо на нас! Граната! Помоги мне отнести его! Нужна помощь! Без проблем! Хорошо. Он серьезно ранен, на помощь! Он не лови! Я их отвлеку! Откуда был выстрел? Японская пехота! Это целый чертов конвой! Сейчас все искупаемся в крови! Они занимают позиции в той башне! Вражеский пулемет! Прямое попадание! Целься! Огонь! Продолжайте нести по ним огонь! Сюда, на помощь! Пулемет! Я здесь, я тебя прикрою! Перезаряжаю! Это последний! Мне нужна помощь! Он не выживет! Вражеский путь! Вражеский пулемет! Да, сэр. Мы удержали аэродром. Повторяю, аэродром остался в наших руках. Фашистский Рейн – опухоль на теле Европы. Он опустошает ее, подобно чуме. Их беспощадный поход по чужим землям унес жизни многих мужчин, женщин и детей. С гордыней фюрера может сравниться лишь жестокость солдат Рейха. То были страшные дни немецкой осады Сталинграда. Thank you.
Мне нужна твоя помощь. Делай все, что я говорю. Мы отомстим за эту резню. У меня рука ранена. Я не смогу прицелиться. Ты должен сделать это за меня. Бери винтовку и следи за дорогой. Вон тот мудак в машине, генерал Генрих Амсель. Это ему мы обязаны Сталинградской битвой. Это он несет ответственность за хладнокровное убийство мужчин, женщин и детей. И не только здесь, а по всей территории нашей Родины. Вот уже 3 дня я на него охочусь. Вот уже 3 дня он жив только благодаря своей невероятной удаче. Снайперский огонь по противнику сродни охоте на любого другого зверя. Нажмешь курок в неподходящий момент и навсегда упустишь свой шанс. Терпение. Если люди Амселя поймут, где мы, этот фонтан станет нашей могилой. Так, заряжай винтовку, но огонь пока не открывай. Подожди, пока бомбардировщики не окажутся прямо над нами. Их шум заглушит звук выстрела. Готов? Огонь! Еще двое у лестницы. Цель совпадет. Прямо. Быстрее, пока бомбардировщик не улетел. Осторожно, собака. Действовать это быстрее, но задача выполнена. Пора закончить дело. Сюда. Черт. Вооруженный патруль. Нужно найти другой способ подобраться к Амселю. Не высовывайся и следуй за мной. Сюда, пока они не увидели труп. Уже несколько дней я прячусь в тени, как крыса. Когда-то здесь любили собираться друзья. Здесь встречались возлюбленные. Когда-то, давным-давно. Попомни мое слово, товарищ. Когда-нибудь все изменится. Бои будут вестись на их земле. Страдать будет их народ. Литься будет их кровь. Сюда. Знание повадок твоей жертвы повышает шансы на удачную охоту. Генерал Амсель не изменяет своим привычкам. Каждый день он проверяет все немецкие гарнизоны. Он проезжает мимо этого здания. Снайпер! Внутрь, живо! Сволочь, чуть меня не задел. Мы не сможем продолжать, пока не избавимся от него. Следуй за мной! Выстрел был с того берега.
Вон там, в здании со знаменами. Поиграем в кошки-мышки. Я заставлю его выстрелить еще раз. Смотри внимательно. При выстреле будет вспышка. Готов? Давай. Второй этаж! Справа! Я его еще раз отвлеку. Приготовься его убрать. Видел его? Он точно знает, где мы. Больше я рисковать не могу. Теперь его поисками займешься ты. Держись в тени. Если он выстрелит, беги. Это была приманка! Сосредоточься, Дмитрий! Ты должен сменить позицию. Найди другое укрытие. Патрульные наверняка слышали выстрелы. Надо спешить. Отличная охота. Немецкий патруль. Пусть пройдут. Они нас заметили. Уходим, живо. Ложись. Они пытаются нас выкурить. Держись ближе к полу. Задержи дыхание. Они окружают здание. Мы должны торопиться. Быстрее, наверх! Быстрее, пока мы тут не сгорим. Позволь пожать тебе руку. Ты нужен мне живым. Нужно найти выход. Броневик снаружи. Бежим, пока нас не убили. Прыгай, пошел. Mit dem Flammenwerfer. Verbrennt diese Russenschweine. Дмитрий, мы думали, ты погиб в бою на площади. На площади? Он был, но он не погиб. Мы собираемся штурмовать связной пост к северу отсюда. Хорошо. Так мы помешаем фрицам вызвать подкрепление. Мы с Дмитрием обеспечим прикрытие сверху. Сигналом будут крики подыхающих немцев. Дим, сюда, по лестнице.
Сюда, товарищи! Займите позиции и ожидайте сигнала. Не стрелять! Видишь огнеметы? Нужно выбрать правильный момент. Взорвав топливный бак, можно поджечь всех, кто находится рядом с ним. Отлично стреляешь, Дмитрий! Прикроем наших товарищей внизу. Еще один огнемет. Взорви его! Пулеметчик на втором этаже. Немецкие подкрепления на балконе слева. Ложись! Граната! Продолжать огонь! Они отступают! Вперед! Ура! Наши друзья поднимаются! Нам нужно сделать то же самое! На лестницу! Быстрее! Будь у меня за спиной! Пехота! Огонь по ним! Разделайтесь с этим! Одним принцем меньше! Не прекращай огонь! Прикрывай наших друзей! По нам ведут огонь! Порви этих гадов! Освобождают здание. Поосторожней с огнем. Они захватили связной пост. Амсель попытается сбежать. Живее! Отрежем ему путь к отступлению. За мной! Я знаю отличную снайперскую позицию с видом на командный пост.
не стрелять! Мы слишком близко к нашей цели, чтобы выдавать свою позицию. Мы ничего не сможем сделать для наших товарищей. Их жертвы будут отмщены. Смерть генерала Амселя — это только начало. Смотри прямо! Здание, украшенное флагами, — это немецкий командный пост. Скоро появится генерал Амсель. Стрельба привлечет его внимание. Вот он! Черт, он не один! Прострели башку его телохранителю! Амсель использует подбитый танк как укрытие! Амсель уходит! Ха-ха! Димка, а ты меткий стрелок! Нас будут искать! Надо уходить! Живее! Пока снова не стали палить из танков! Сдохните, мерзкие твари! Сдохните! Давай воду, Дима! Это наш последний шанс! Пошел! Средней линии обороны перед столицей Германии. Мы превосходим немцев 10-1. Волна за волной. Наша пехота идет на укрепление, защищая путь бронетехники. Как только мы захватим Зиеловские высоты, путь на Берлин будет открыт. И тогда мы кровью взыщем долг за всех погибших. Tot stinken sie noch erbärmlicher. Kommt, lasst uns hier verschwinden, bevor sie nochmal angreifen. Töten wir sie, genau wie diese dreckigen Schweine. Was gefunden? Nur billigen Plunder, der sie wohl an ihre Heimat erinnern sollte. Nein! Russisches Schwein, du hättest lieber tot bleiben sollen! Was ist das? Дмитрий? Чернов, прикончи этих крыс! Ты снова обвел смерть вокруг пальца! Наши танки готовы прорвать этот рубеж и сокрушить Берлин. Чернов, я не слышу выстрел. Нет необходимости, сержант. Они истекают кровью, им не выжить. В таком случае, может, наш друг захочет ускорить их кончину? Поджечь пшеницу. Они не уйдут. Огонь! Мы должны стрелять им в спину. В спину! Живо! В голову! Куда хотите! Только прикончите! Видишь, как все изменилось, приятель? Теперь это их территория, их народ и их кровь. Немецкая собака! Бей их! Бей, как поганых крыс! Оттесняй их! Не надо! Воду!
связи Сталинграда я доверяю твоей интуиции. Налево или направо? Выбирай. Внизу немецкий пулеметчик. Кидайте бутылки, пусть они сгорят на месте! Немецкий пулеметчик. Кидайте бутылки, пусть они сгорят на месте! Ты возглавишь штурм! Давай! Наверху, на балконе! Панцершвед! Из-за огня мы не можем продолжить выступление! Защитить танки! Еще! Стреляй из панцершвека!
На подходе немецкие танки! Стреляй из гранатомета! Стреляй из панцершрека! Их танки против тебя бессильны! Герой Сталинграда! Огонь! Продолжай, пока не подожжешь их всех! Еще танки! Дмитрий, я смотрю, меткость у тебя до сих пор на высоте. Ты мог бы многому у него научиться, Чернов. Ломай дверь! Трусы попрятались по углам, но мы их найдем! Черт, еще один танк! Дмитрий, разберись с ним! Стреляй из панцершрека! Готовься! Помоги на того танка! Такое заслужили. Дим, поедешь в одном из танков. Тебе нужно отдохнуть. Ты это заслужил. Чернов, а ты нет. Пойдешь пешком.
закрыто. Танки дальше. Как-нибудь пройду. Вот и все, товарищи. В атаку! Разнеси эти чертовы башни! Используй панцершрек! Как только мы очистим эту территорию, мы сможем насладиться великой победой! Снести все вышки! Найдите снаряды! Приближается немецкий грузовик! Дмитрий, взорви его, пока они не заняли позицию! Моим товарищам в Сталинграде пощады не было. И здесь никому пощады не будет. Око за око! Артиллерийских позиций покрывает весь этот остров. Вражеские позиции хорошо укреплены. Придется нам замарать руки. Огнемет. Мы их выкинем.